Небезопасная Европа. В Старом Свете беженцев могут избить только за то, что они мигранты. В Лондоне общественность шокирована жестоким нападением на несовершеннолетнего переселенца из Ирана. Его избила банда подвыпивших молодчиков. Со всеми подробностями наш британский субкор Оксана Кундеренко. Кройдон не самый благополучный район Лондона, но кто бы мог подумать, что здесь, у этой автобусной остановки, обычного прохожего могут забить едва не до смерти, только за то, что он беженец, курд из Ирана. Накануне вечером 17-летний парень ждал автобуса, когда к нему подошла группа молодых людей. До этого они выпивали в местном пабе и стали задираться. Сначала спросили, откуда он, а затем набросились всей толпой. Повалили на землю, избивали ногами, пока не приехала полиция. Это было жестокое нападение, расистское нападение, ничем не мотивированное. До этого они привязались к кому-то в пабе. Мы ранее арестовывали одну из подозреваемых. Это женщина. Всего, предположительно, в банде 20-30 человек. Полицейские арестовали 11 человек. Пятерым предъявили обвинение в попытке убийства. Других подозреваемых разыскивают. Их фото и видео с камер наблюдения предали огласке и просят свидетелей сообщить о местонахождении. Имени жертвы пока не разглашают. Сообщают, что парню чудом удалось выжить после многочисленных травм головы и внутренних органов. Сейчас он в стабильном, но критическом состоянии. Человек, который бежал от войны в поисках безопасности, едва не поплатился жизнью в, казалось бы, благополучной стране. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».